Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления приглашает получить профессию водителя трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. В день города 10 сентября усилит работу общественного транспорта. Движение будет осуществляться до 24.00. До полуночи будут ходить троллейбусы маршрутов номер 4, 6 и 15. И трамваи маршрутов номер 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24 и 25. При этом трамваи номер 1, 3, 5, 20 и 22, которые будут задействованы для развоза зрителей после фейерверка, проследуют вблизи площади имени Куйбышева, а далее поедут согласно своим маршрутам. Также на улице Самарской, в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого, по нечетной стороне, к 21.30 подадут дополнительные автобусы, работающие на маршрутах номер 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Автобусы маршрута 26 проследуют через микрорайон Волгарь, а также поселки Сухая Самарка, 113 километр Озерный, до автостанции Аврора. Автобусы маршрута номер 24 будут курсировать по скорректированной схеме. Информирует городской департамент транспорта. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин встретился с жителями дома номер 22 по улице Авроры для обсуждения вопроса аварийности здания. Рассказал гражданам об этапах признания жилья аварийным и пояснил процесс переселения. Ответил на все интересующие вопросы, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. В регионе активно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», благодаря которому в Самарской области уже переселили 11 тысяч человек, таким образом освободив 187 тысяч квадратных метров аварийного жилья.